Привет всем! Вы в гостях у Гульнас Салями. Заехала в Фикс Прайс и купила вот такую вот траву для кошек. 100% натуральной, без химических субстратов. Овес. Так, восполняет запас витаминов и фолиевой кислоты, улучшает процесс пищеварения, очищает желудок от шерсти. 8 дней и свежая трава готова к употреблению. Стоит 55 рублей, вроде, не помню. Тут написано, что инструкция внутри. И я хочу ее открыть и посмотреть, что там вообще такое. И как ее надо рвать. Взяла я своим котейки, если вы смотрите обзоры, то знаете, что у меня есть кот, зовут его Пиратик. И вот пока я тут все свои растюшки пикировала, он почему-то у меня их покушал чуть-чуть, скажем так. И я решила ему взять и попробовать, и посмотреть, что вообще будет из этого всего. И будет ли он это кушать. Так, тут будем собирать, значит. Так, залейте, получается, семена не более 150 миллилитров воды. Дальше. Сейчас фокус делаю. Фокус не делается. Накройте лоток картонкой крышкой и поставьте в теплое, хорошо освещенное место. Через 3-4 дня, когда появятся ростки, уберите крышку. Поддерживайте дренажный мешок во влажном состоянии. Не допускайте уровень воды выше уровня семян. Через 8-10 дней зеленая трава готова к употреблению. Вот так вот все легко и просто оказывается. Посмотрим на деле. Так, значит, это сейчас нам надо залить водой и поставить в теплое место. Девочки, скажу, ни разу не покупала такие вещи. Ой. Выпал такие штучки. И просто интересно. Ну, я, конечно, верю, да, это все зайдет, если овес он не будет старым. Ну, потом посмотрим, будет ли у меня пиратик это все есть. Ладно, залью водой и покажу процесс дальше. Заливаю овес водичкой. 150 миллилитров, как указано. Сейчас я это закрою, значит, не закрою, а уберу вот так пакет. Так как у меня нет картонки, ну, может, если есть, если поискать, то найдется. И там сказано убрать в теплое место. И уберем это все теплое место. А теплое место это у нас. Ой, так неудобно. Так, давайте вначале откроем, наверное. Так. Шторку. Так, тут у нас батарея. И вот тут как раз у нас теплое место, но никак не светлое. Ладно, пускай здесь постоит. А завтра утром я его поставлю на подоконник, где стоит у меня калькулятор почему-то. И вот тут растюшки, которых еле видно. Вот, ждем, значит, прорастания нашего овца. Продолжаю обзор, как у меня растет овес.
Схожесть у него 80%. Вот вы сами видите. Вот такой высоты он вырос. Так, сегодня где-то 4-5 день, наверное, после того, как я его купила и залила воду в эту формочку. У него корешки такие мощные. Сейчас все хочу показать. Вот смотрите, какие у него корешки. Корешков, по-моему, больше, чем зелени. Но будем ждать. И скоро-скоро уже наше лакомство вырастет. И я думаю, пиратику очень понравится. Вот такая трава у меня выросла. Этой траве уже недельки две, наверное. И вначале, когда она у меня росла, когда была маленькая, сантиметров 5 от вышины, от высоты, вернее, пиратик ее кушал чаще. А сейчас он ее ест меньше. Да? Да, пиратик. Сейчас она сантиметров 20, наверное, высоты. И сюда воду надо заливать чуть ли не каждый день. Вот тут у меня уже она посуше стала и желтеет. На, пиратик, кушай. Пиратик. Да, пиратик. Ну вот сейчас чуть-чуть только ест ее и все. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. И пиратик вам говорит пока. Да, пиратик. Спать будет, да, пиратик. Тоже устал. Пока-пока скажи. Глазки не открываются. Спать мешают. Всем пока-пока.